Я не думаю, что многие из вас знакомы с этой дисциплиной, как с киберспортивным шутером. Вот. Но, в принципе, она таковым является, да? А я услышал некоторые негодования в зале относительно того, что сейчас будет не Dota, а Play-Blank. Вот. Но, может быть, вас это не разочарует. В принципе, я на это рассчитываю. Вот. Тем более, что команды сейчас собрались топовые в СНГ, в принципе. Поэтому, как бы, будет на что посмотреть, как только мне дадут сервер. Сразу мы ворвемся и посмотрим. Между прочим, команда AURXE едет у нас на чемпионат мира по той же банке, который состоит. Не отвлеклись! Ну что же, как помню, начинают задуматься, а потом не растает, а потом еще не желтая. Вот, распишись, пожалуйста. Ну, я один. А вон Ваня, и мама не разрешает. Моя разрешает, давай. Ну, вот, пожалуйста. Ну, ради себя пришел, видите, мой уже который раз. Ну, ты друга распишешь. А в контакте с детьми мешает. Нам тоже, знаешь, дело здесь, я просто... Гавайи! Вижу, да!
Нави Бензи! Чешир у нас играет на «Что распеете», ЗХС на «Виверочке», ну и Джеймс играет у нас на «Иномайске». Дальше поэтому, что у нас тут? Хвостецкий играет на «Патме», Дэнди играет на «Делауре», Кроку у нас здесь на «Рубике», Фаник на «Батрайдере». Ну, поменялись. Соколачок у нас играет на «Абадоне». Все. Теперь стало все понятно. То есть, да, Дэнди он и должен был играть вот, на «Делауре», да, то есть... Не, он как бы должен был играть на «Бурже», по-любому, это же финал, типа «Скап». Ну, вот, получилось, так получилось. Воу-в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 оу
что створится. Играть талант, чтобы сохранить ситуацию. Эксе прямо в глаз, есть инфуа. Есть уже инфуа, пошла инфуа. Нормально. Знаешь что? Опа. Чешир. Нет, нормально. Тут, ну, драться, драться нечем сейчас по эрам. Куда ты, Чешир, пошел? Беги, Чешир, у Чешира проблема, он останется, он перетает. Хорошо, можно драться. Нет, не еще. И что, расходится, все? Что, что делает ПР? ПРам нужно бежать сейчас, ПР большие проблемы. А Мун сейчас ничего не сможет сделать, и откатывает все в хвоста. Что, что это вообще стенка за стенка? Так, ну, на стенку, это вообще круто и веселуха. То есть сейчас паник настакает, и будет вообще весело. Начался макошку, так, Джеймса, Джеймса. Облачка тут надо треть. Чешир уходит нормально под стаками. И гонит Чешира. Гонит Чешира. Гонит Чешира. Четыре стака на нем висит. Сейчас будем за ним смотреть. Стрела. Нету стрелы. Что с Чеширом? Чешир ушел. Нормально. Тут у нас что интересно. Тоже ничего. Вот это начало. Ну что, 5 на 5 миди, ребят. Давай. Куда пошли все? Во, 5 на 5 миди. Чего? Все очень-очень плохо, но не знаю, не срослось. То есть, ну, игра шла до ФБ, то есть, поделать ФБ, все, он выиграет тупо драку. Что, во-первых, в Лаваксе будет, естественно, именно, по-другому вообще. То есть, никак не так. Что у нас тут Чешира, видите?